Ну, Чебоксарске подвели итоги деятельности в области ГУЧС за 2018 год. Как отметил в своем докладе начальник управления по делам ГУЧС Новочебоксарск Алексей Ермаков, в прошлом году основные усилия Новочебоксарского городского звена ТПРСЧС предприятий и организаций были направлены на дальнейшее совершенствование комплексной работы по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Значительно возросла нагрузка на прошедшем году на орган повседневного управления Чувашской Республики единую дежурно-диспетчерскую службу города Новочебоксарска. За 2018 год ЕДДС поступило более 15 тысяч обращений от граждан. Обратившиеся получили необходимые справки, консультации, а также по обращению были приняты меры на оказанную помощь. В 2018 году завершены работы по выводу ЕДДС города Новочебоксарска серверов ПАО «Хеброн», систем контроля за вывозом охов хлор с потенциально опасных производств, мест хранения и транспортировки объекта. Работает в реальном режиме постоянно, круглосуточно. По результатам работы в 2018 году среди ЕДДС муниципальных образований Чувашской Республики, ЕДДС города Новочебоксарска снова стала лучшей Чувашии. В прошлом году было проведено более 180 учений и тренировок по гражданской обороне, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. На совещании принимали участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашии, начальник управления гражданской защиты Юрий Антонов и заместитель председателя Государственного комитета Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Павлов. В своих выступлениях они остановились на достигнутых в 2018 году результатах деятельности Новочебоксарского городского звена, отметили недостатки и проблемы, поставили задачи на 2019 год по улучшению этой работы. Кроме того, в рамках мероприятий объектов и звеньев службы территориальной по системе РСЧС были поощрены переходящими кубками и дипломами. Ольга Лазарева, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.